То есть контуринг – это последние года три, наверное, такая модная тенденция, с помощью которых можно обмануть всех, с помощью которой можно обмануть всех окружающих. Значит, сейчас немножко неправильно показываются цвета, они более серые, вот это прям смотрится как какой-то такой, с каким-то охристым подтоном, на самом деле нет. А вот профессиональная палетка, здесь вы видите теплый подтон и холодный. А вот эта потрясающая совершенно текстура, это Wet n Wild, это профессиональная китайская, это Catrice, а это Inglot. Здесь можно работать и с бровями, и с коррекцией, вот используя эту палетку. Значит, как это нужно делать, не знаю, спрашивайте, я сделаю, покажу, как это делать на возрастной коже и как можно обмануть время на возрастной коже с помощью вот этих средств. И, девочки, кто не продвинутые, вы можете сделать ошибку. Я не делала эту ошибку, но я покажу вам сейчас продукт, который очень похож на то, что вы в данный момент видите, но который не является корректором. Вот, это бронзер. Здесь будет золотистый шиммер, здесь будет более красный подтон, хотя даже внешне они могут смотреться очень-очень похоже. Бронзер – это продукт, который используется летом для того, чтобы шлифануть сверху уже все готовое, но коррекция непосредственно, кремовые корректора я показывала в первой части видео, там именно они были телесные, и кремовые, и темные, и светлые. Это сухая коррекция, а это бронзер. Не путайте, дорогие мои. Пожалуйста, не путайте, потому что даже неопытный консультант, если вы не слишком уверены в теме, может ввести вас в заблуждение. Более серое, то есть сейчас у меня здесь горит желтый свет, вот так его будет еще больше, но вы ищите именно серые продукты, серые. Вот. Поехали дальше. Это бюджетная косметичка новичков на 2017 год. Боже мой. Дальше по теме у нас идут хайлайтеры. Быстро пробегаемся, значит, слева направо, что логично. Вот этот ряд, это все арт-визаж, это все может работать как хайлайтеры. Это продается в любом магазине. Если вас интересуют оттенки, спросите, я отвечу. Они даже при смешении дают такой же эффект, который дают всякие Mary Beauty иллюминайзеры, которые каждый стоит 2-3 тысячи. В условиях близящегося кризиса, который уже стучит всю страну по голове, зачем тратить больше, если можно купить вот это. Кстати, вот еще корректор, это Эвелин, это пудра от Just. Значит, это тоже такая подсвечивающая пудра от Just, все остальное Art Visage. Это ТФ, бюджетная марка, кажется фиолетовой, но на самом деле при переносе на кожу, тем более с желтым подтоном, она будет работать. Великолепно и будет просто светить. Это такая же история, универсальный продукт, который можно использовать и как тени, и вот эту светленькую для растушевочки. Сейчас я покажу. Вот. Да, светлую часть можно использовать для растушевки. Это Catrice, который просто я дотерла, уже дотираю до дырки. Кажется желтым, но на самом деле нет. Это светлый вот такой отцвет, очень классный. Catrice пудра, она не очень светится, но она такая желтоватым таким золотистым блеском. Вот это хайлайтер, который появился на рынке этим летом. Как видите, уже надпись стерлась. Лимитированный, очень-очень клевый, я показывала его не раз, и я включила его в свою коробочку, ссылку на коробочку оставлю в правом верхнем углу и на всякий случай под видео. Это марка корейская, она называется The Face Shop, выглядит это вот так, и здесь хайлайтер с фиолетовым таким подтоном, и вот этот замечательный совершенно хайлайтер, без которого я вообще не понимаю, как я буду жить. Я уже его разбавляю спиртовым лосьоном, чтобы продлить ему жизнь, потому что он реально, он очень сильно меня молодит. Значит, Sugar Box,
Сет там можно купить на Bitcoin и всяких таких штуках. Вот здесь классная такая заглушка. Это Sleek, вот так называется бренд. Это первая палетка, то есть их несколько они уже выпустили. Я рекомендую первую. Первая была в моем бьюти-боксе. Кто-то пошел гулять с собаками. Это так, быстро-быстро-быстро я пробежалась, чтобы, опять же, вас не вводили в заблуждение консультанты. Все это очень бюджетно. 300, 300, 300, 200 с чем-то, 300 с копеечками. Это дорого, это тоже дорого, но очень-очень качественно, очень круто. Это тоже какие-то копейки на китайском сайте. Это цена меняется постоянно в зависимости от того, какие акции у Sleek. Но я скажу вам по секрету, если я не видела спасения, если вот это у меня закончится, то вот этот, вот эта палеточка, она дала мне супер надежду, что все будет хорошо. Поехали дальше.